В Нижневартовске близится к завершению спартакиада для воспитанников лагерей дневного пребывания «Смотлорские спортивные игры». Сегодня на центральном стадионе прошли заключительные соревнования. Воспитанники приняли участие в легкоатлетической эстафете. На старт вышли спортсмены от 7 до 14 лет. Им предстояло преодолеть дистанцию в 400 метров. Впрочем, самой сложной задачей для юных бегунов было справиться с эстафетной палочкой. Победители определятся по итогам 5 дисциплин спартакиады. Кроме эстафеты, в ее программу входили флорбол, снайпер, пионер, бол и веселые старты. В соревнованиях ты участвовал? Ну, по легкой атлетике, пионерболу, все. Какую позу ты сделала? Ну, как бы, я пробую себя в других разных видах спорта. Если раньше я ими не занималась, то мне дали возможность попробовать.